Мы с вами уже во второй части. И вот смотрю я эти 10 дней на видео, которое записывает генерал Абти Алаудинов. И первые несколько дней у меня не покидало ощущение, что на кого-то он очень сильно, кого-то он мне очень сильно напоминает, на кого-то он очень сильно похож своей манерой, своим голосом. И вчера меня осенило, я понял, что генерал Абти Алаудинов взял на себя очень важную функцию. Он себе, наверное, вечером, перед тем, как уснуть, но ему трудно уснуть после тех зверств, чем они занимались и занимаются. И он себя уговаривает и говорит: дорогой Абти, засыпай спокойно, ты делаешь доброе, благое дело. Ты успокаиваешь россиян, ты рассказываешь им, что Суджа находится под вашим российским контролем. Ты делаешь хорошее, доброе дело для россиян. Поэтому засыпай спокойно. И вот, друзья, я понял для себя, что генерал Абти Алаудинов, который вассал Рамзана Кадырова, является главным успокоителем россиян. И, видимо, ему не дают покоя лавры Алексея Арестовича, который в самом начале полномасштабного вторжения, значит, таким образом помогал украинцам и являл на них как снотворное. И в данном случае, я думаю, что этот опыт генерал Абти Алаудинов подсмотрел и тоже, наверное, хочет, чтобы пару миллионов у него подписчиков было, как у предателя Арестовича. Ну и вот он решил взять эту подкальку, работает таким же самым образом. Врет налево и направо, успокаивает своего рашистского зрителя и говорит: не бойтесь, я с вами, я ваш великий успокоитель. Мне это видится так. Безусловно, это все юмор. Мне кажется, что это очень весело на самом деле. У него как раз и голос подходящий. И особенно, когда он говорит: мы как были на своих позициях, так и до сих пор находимся здесь. Просто ЗСУ, когда заходили, у них много техники, и они вот так вот мимо нас, говорит, зашли, говорит, разбомбили МАФы, говорит, у них очень много инженерной техники. И они вот так вот разбомбили МАФы, вот так вот мимо нас, говорит, прошли. Суджа? Нет, Суджа вы что? Суджа под нами. Кто там был? Украинский телеканал ТСН? Не слышал. Кто был в Суджи, сделал репортаж? Итальянцы? Нет, не слышал. Суджа под нашим контролем, под нашим кадыровским контролем. Друзья, вот такие они смешные, безусловно, вассалы. Поэтому предлагаю с этого момента называть генерала Абти не генералом, а главным усыпителем и удобрителем, значит, рашистского народа. Того самого рашистского народа, который, две трети из которых поддерживали Путина в его нападении на Украину. И большая часть из которых на сегодняшний день стонут от того, что российские власти ничего не способны сделать, потому что силы обороны Украины заняли уже более 1200 квадратных километров Курской, Белгородской области, а впереди еще и Брянская. И знаете своих героев. И на сегодняшний день в Российской Федерации у многих уже новые герои. Это силы обороны Украины. Это ЗСУ. Слава ЗСУ. Слава Украине. Не стоит недооценивать своих соседей. Будь мой орач, орачий только орач и капи меч. Подписывайтесь обязательно на наш YouTube-канал. Это украинский YouTube. И это Украина-армянское интернет-видение КАП.UAM. Будьмо!